І зараз з нами на зв'язку пастор Євангельської церкви християн баптистів з Маріуполя Олександр Нагірняк. Олександре, доброго вечора вам. Доброго вечора, я вітаю вас. Так, чути вас. Мене? Так, чуємо. І ви з нами вже на зв'язку з нашими глядачами. Миру Божого вам і благословіння вам Божого. І хотіли запитати вас, як ви зараз, і щоб ви розповіли свій досвід евакуації з Маріуполя. Да. Я розумію українську мову, можу розмовляти, але думаю, буде цей час дуже символічно і цікаво. Я, як пастор Маріуполя, буду говорити на русском языке. Так, будь ласка, звичайно. Це буде свідченством того, що русскоязичний Маріуполь був, є і буде українським городом. Без права, однозначно, слава Богу за це. Да. Ми пережили дуже багато, це можна говорити і в личному плані, і як церковь. 27-го ми провели останнє служення в молитвенном домі, наверху, в великому залі. Потом обстановка стала уже такая, что было невозможно просто пройти по улицам, в квартирах. Вот как я сейчас слышал, рассказывала женщина из Харькова, вот еще тяжелее было у нас, спать было невозможно, постоянная бомбежка. Вот. И было такое ощущение, что просто город уничтожается. Без какой-либо цели, вот, никаких военных объектов, а просто вот квартал за кварталом уничтожается бессмысленно и жестоко. Вот. Мы проводили собрание, уже у нас большой молитвенный дом, вот, и у нас есть такой полуподвальный этаж, и там мы проводили ежедневное богослужение, утром, днем, вечером. Было до 200 человек в этом полуподвальном помещении молитвенного дома. Вот. Вокруг все было разрушено. Буквально вот дней через 10, как все началось, уже горел весь Мариуполь. Просто весь. Вот. Мы не ожидали такого. Ну, война есть война, вот, но то, что происходило, конечно, оно произошло все наши представления о том, что может быть. Вот, все было вокруг разрушено, горело все, вот, и днем, и ночью это все происходило. И вот нас человек 200 было в полуподвальном помещении молитвенного дома. Проводили служение, молились Господу, принимали всех людей, кто приходил к нам. Вот, то есть были не только верующие, а были люди с окружающих домов и просто кто бежал где-то найти для себя какое-то убежище. Вот. Мы пережили очень страшный момент. Нужно было этих 200 человек, даже больше, каждый день чем-то кормить. Нужно было снабжать водою, потому что воды тоже не было. Слава Богу, мы приготовили генератор, который у нас иногда включался, и мы могли вот что-то делать при свете. А пищу готовили во дворе молитвенного дома, просто сделали такие железные печи и там что-то готовили. И у нас была группа братьев, 5 молодых братьев, которые занимались тем, что ездили на машине, на бусике, чтобы достать какую-то пищу, чтобы привезти воду. Вот они были очень молодцы, они рисковали собой, потому что везде постоянно происходила бомбежка. Вот, и мы пережили такой ужасный момент, когда они поехали в очередной раз, чтобы достать вот так вот то, что необходимо для этих людей, вот, и попали под бомбежку. И у нас такое впечатление осталось, что это было не случайно, а было намеренно. Вот, снаряд был просто выпущен в машину, боковые двери этой машины, вот, и эта машина сгорела вместе с нашими братьями. Брата-водителя, это диакон нашей церкви, его взрывом выбросило из машины. Он как бы остался погиб, но был целый. Вот. А остальные братья, 4 брата, просто сгорели. Вот. На следующее утро военные наши привезли нас, привезли их в молитвенный дом. И представьте себе, тут находились их матери, тут были их жены. Вот 3 из них женаты, и у 3 были дети. 3 детей, 2 и 2. Один был женат только полгода назад, как женился, и еще один собирался жениться. И тут находились их дети, их жены, вот, и нам пришлось их вот так хоронить в закрытых гробах. Мне трудно все это... Мы разумеем, так. ...пересказать. Все жахливо. Дично, жахливо. Я много совершал погребений, но то, что было тогда, это... И в подвальном помещении мы провели короткое служение. Хоронить кладбище не доехать, и никто там туда, это было невозможно. Поэтому вырыли небольшую могилу прямо во дворе молитвенного дома, и в 3 гробах. Один гроб, где брат более-менее целый был,
а два других гроба — это просто обгорелые вот останки. Мы сложили, даже не показывали родным. Вот, и кратенько совершили служение, похоронили, сделали холмик, положили цветы. Ну и вот представьте себе, вот эти все семьи, они уже до этого потеряли свои дома, а потом еще потеряли вот своих, ну, мужей, вот детей. Вот. Но надо сказать, вот все-таки насколько вера, упование на Господа помогает. Вот. Я не знаю, что бы можно было говорить, если бы мы были неверующие люди. Что можно в такой ситуации сказать родственникам? Но когда мы хоронили, я прочел два текста. Один текст из книги Иова, когда Иов услышал о потере своих сыновей, своих детей. И он говорит: «Господь дал, Господь взял». И второй текст — это то, что пишет апостол Павел: «Чтобы мы не скорбели чрезмерно об умерших, что будет встреча с ними». Вот. И я должен сказать, что вот большое переживание, горе, вот, но не было никакого ропота, никакого вот, ну, недоверия Господу, никакого такого вопроса: «Господи, почему ты это сделал, вот, допустил это все». Вот, то есть мы пережили вот такой тяжелый момент. И наступил день, когда стало ясно, что дальше оставаться в городе просто невозможно. Вот это трудно объяснить, но вы нигде не можете спрятаться, вы нигде не можете укрыться. Вот. Вы находитесь в молитвенном доме, все вокруг разрушено, и все вот эти вот люди, вот, они, весь этот подвал заполнен на стульях, на матрасах, кто где, вот, ночью, но никто не спит, потому что стреляют грады и летят эти бомбы. Бомбы постоянно, самолет один заходит на круг, выбрасывает 3-4 бомбы, летит следующий, и так одно за другим. И ты вот находишься в таком положении, что вот оно может сейчас упасть на тебя. Вот. И тогда мы уже, когда вот стало ясно, что не выпускали из города, когда пытались выехать, нам объясняли, что там вот не делают зеленого коридора, что обстреливают вот эти вот колонны людей, которые пытаются выехать. Вот. Но все-таки в один момент мы собрались, помолились, собрали всех людей, которые у нас оставались в молитвенном доме, договорились, что мы будем ехать колонной, вот, что мы никого не бросим, потому что может там и что-то быть с колесами, и бензина у многих не было. Вот, выехали в 6 часов утра под обстрелом, вот, вокруг все звенело, гремело. Ну вот как-то молились и ехали. У меня была машина уже подбита, у меня было разбитое стекло переднее, поврежден капот, двери не закрывались. Вот. Но мы как-то вот в 6 утра выехали, проехали, полдороги проехали, у нас получилась задержка, вот у кого-то там сломалась машина. Думаем, надо спешить, но надо и не бросить этих людей, а это была милость Божья. Мы задержались, а едем дальше, а по дороге был обстрел, горят машины, а мы в этот момент задержались как раз вот, когда это все было. То есть это вот была тоже Дикий милость Божья. Дивный Бог. Да, да, вот это действительно была милость Божья. И где-то в 21 час мы прибыли в Запорожье. Вот такая была эвакуация. То есть вот ехали, постоянно твердя молитву, ехали, надеясь только на Господа, понимая то, что вот наша жизнь, ну, она уже нам не принадлежит, она в Божьих руках. Ты ничего не можешь делать для своей защиты и не можешь защитить своих близких. То есть это действительно вот, ну, страшная картина. Дійсно, залишається сказати слава Господу за те, що Він зберіг вас і допоміг вам вибратись живими. І дійсно віддати все в руки Божі, що коли прийде Господь, ми зустрінемося з тими, які заспокоїлися в ньому. І це дійсно велика милість Божа в будь-якому випадку. І слава Господу за це. Це дійсно так. Як зараз от з тими, з ким ви спілкувалися, ну, кого ви вивозили з Маріуполя, як зараз моральний стан, чи потроху люди можуть вже повернутися до нормального світосприйняття, чи все ж таки є, ну, проблеми з відновленням, депресії, апатія якась? Знаєте, що я скажу? От це дійсно удивительно, і стоїть це повторити. Вот многие, и я в том числе, мы потеряли свою квартиру, она полностью сгорела. Мы выехали с двумя сумочками какими-то, все осталось. Мне очень жаль, книги были духовные, очень много. Вот. Но вы знаете, вот такое восприятие, что, ну, мы в руках Божьих.
Я не видел у кого-то робота. Когда мы приехали в Запорожье вечером, и что еще хочу отметить, это доброе отношение всех людей на Украине, в Украине. Доброе отношение, готовность помочь. Все церкви, вот в Мариуполе вместе, баптистские, пятидесятнические, адвентистские, все церкви занимались одним и тем же, помогали друг другу, делились продуктами, помогали вывозить людей. Вот депрессии вот такой вот я не видел. Просто утомленность, вот это вот от пережитого всего, непонимание еще, не осознание того, что произошло вот до конца. И, знаете, вот уже проходят многие дни, а все равно ночью я вот в 3 часа просыпаюсь и не могу дальше уснуть. Вот, вспоминаешь то, что оно было. Вот. Так что еще раз повторю, вот какого-то такого, ну, чтобы опустили руки, разочаровались в Боге. Вот ни в ком я этого не видел. Мы в Запорожье приехали, все стали, помолились искренне так, благодарности Господу. Ты нас сохранил, ты вывел нас. Вот. Начинается, мы так сказали нашим братьям и сестрам, друзья дорогие, начинается новый этап нашей жизни. Господь допустил, мы живы, Господь не умер, Он с нами. Что-то Он хочет еще в нашей жизни сделать, раз мы остались живыми. Пастор Олександр, ви згадували про приклад Йова, який сказав, Бог дав і Бог забрав. Напевно, побажати хочемо вам, щоб він відновив вас як Йова і ваших братів, сестер, друзів, щоб ви отримали набагато більше від того, що ви втратили. І якщо можете, помоліться, будь ласка, з нами, з нашими глядачами, і особливо за тих людей, які втратили рідних, близьких, за тих людей, які були вимушені переселитися, бути переселенцями, біженцями стати. Помоліться з нами, будь ласка. Любящий, милосердний Господь, сердечно благодарю Тебя, що Ти мене знайшов в цьому світі і іскупив. І благодарю Тебя за те, що мене і мою сім'ю, і моих дорогих братьев и сестер, Господи, Ты вывел из этого города, которого практически уже не осталось. Господи, Ты знаешь, мы находились в такой ситуации, что уже носили как бы сами в себе вот этот приговор к смерти. Мы уже думали, что наша жизнь подошла к концу. Но Ты таким чудесным образом вывел нас, сохранил, Господи, что мы благополучно выехали из нашего города Мариуполя. Конечно, Господи, Ты знаешь, мы переживаем о церкви. Мы переживаем о тех братьях и сестрах немногих, которые остались там, и о которых мы не имеем сведения, потому что нет связи с городом. Но, Господи, мы уповаем на Тебя и доверяемся Тебе. Молим и просим, Господи, благослови всех, кто выехал, кто здоров, чтобы мы продолжали служение Тебе на том месте, где Ты определил для нас. Особенно, Господи, молимся за тех, кто потерял своих близких, кто пережил это страшное горе. Господи, поддержи, утешь. Ты утешающий Бог. Ты тот Бог, на которого мы надеемся и который не постыдит нас в нашем уповании. Благослови, Господи, и поддержи. Наш Господь, мы молимся о нашем городе, молимся о нашей церкви, молимся о тех церквах, которые разрушены там в Мариуполе. Если будет Твоя милость и Твоя воля, Господи, восстанови. Пошли новых делателей на Ниву Твою, чтобы служение продолжалось, чтобы это зло не восторжествовало, но чтобы Твоя истина, вот Твое добро, Твоя любовь одержала победу. Господи, мы молимся о нашей стране Украине. Сохрани страну нашу. Ты видишь, как верующие люди заботятся, помогают друг другу. Это Твоя милость. И да будет, Господи, Твое благословение над каждым из нас, над нашей страною, над детьми Твоими. Услышь, Господи, молитву. Благодарность Тебе, честь Тебе и слава любящему нашему Богу. Аминь. Аминь. Щиро дякуємо вам за мужність і за те, що поділилися цим досвідом, поза те, наскільки вам було складно це все згадувати. Нехай Господь вас береже і нехай цей досвід буде натхненням для життя багатьом, хто нас сьогодні дивиться. Дякую. Благословіння вам. З Богом. Благословіння вам. З Богом.